Привет, доброе утро! Сегодня оно начинается у меня 11:30, я не знаю почему, но вчера я посмотрела фильм. Сейчас скажу название, как он назывался, потому что что-то у меня как-то с головы вообще вылетело. «Лихорадка». Честно говоря, я бы его пересмотрела, я запишу себе его в свой список. Сейчас меня мама попросила досмотреть «Плавание», «Микс», как танцуют мальчик и девочка. Их всего 5 пар, а мама торопится на работу, поэтому посмотрю, какое место займет наша команда. Вот, а сейчас я сижу, монтирую влог вчерашний. Мне на самом деле больше нравится, когда я снимаю на камеру, чем на экшн-камеру, потому что что-то мне не нравится качество. Но все равно мне придется снимать на ту, потому что другой у меня нет. А фотоаппарат с собой таскать всегда не смогу. А еще написала своей заведующей сегодня по телефону, что я приеду скоро в Питер и уже поставила себе дни, когда мне выходить на работу. То есть уже официально я буду работать 29-го, и 30-го я уже буду точно на работе. Я этому очень рада, потому что меня ждут, написали, что мы тебя ждем. И так прикольно. Ладно, буду смотреть микс, посмотрю, какое место наши займут, и домонтирую влог и выставлю его на канал. Ребят, смотрите, опять сама с собой. Но нет, уже не сама с собой, у меня есть 3 зрителя, и у меня, я рада. Посмотрите на мой прикид. Свитер из Портоса. Чё, круто, не? Только что сняла видео про мою косметичку, не знаю, тупо, знаете, поугарать, потому что я косметикой особо не пользуюсь, но можно, по мне, можно это сказать, потому что у меня всегда фингалы под глазами. Ни брови не накрашены, ни ресницы. Хотя ресницы я крашу, да, я об этом сказала. Но это очень-очень-очень редко, поэтому сейчас пойду смонтирую и выставлю на канал. А, еще забыла сказать, кстати, угадайте, что я сейчас пойду делать. Ну, естественно, стоять в планке. Короче, ладно, у меня настроение все-таки нормальное, потому что не знаю почему, просто хорошее настроение. Хочется вот так вот. Погнала выполнять свои задания. Сегодня у меня, кстати, только одна планка, 45 секунд. Обалдеть, ребят, я сейчас от себя в шоке. Ну, конечно, у меня сегодня была только планка, я ее только что сделала, но смотрите, сколько я простояла. Офигеть, да? Время 14:18. Фух, ну, немножко, да, есть отдышка, конечно, последнюю. Вот. Мне надо было простоять 45, я простояла 52. Это клево, обалдеть. Ладно, давайте я поставлю галочки. Так, сегодня 8-й день. Вот я тут галочку ту затерла, которую лишнюю поставила. Тут я ничего не буду ставить, потому что сегодня, как я уже вчера говорила, вот у меня 8-й день. Пресс-отдых. 45 секунд сегодня я сделала. И ноги у меня тоже сегодня отдых. А, кстати, по поводу монтажа, я сейчас еще не садилась, монтировать свою свое видео про мою супер-пупер-мега-косметичку. Вот, потому что хочу сейчас посидеть, что-то полазить в интернете. Вот, посмотреть какие-нибудь приколюхи. В общем, позаниматься ерундой хочу. Кстати, пью молоко. Опять молоко. Я не знаю почему, но я обожаю молоко. Это, наверное, уже можно понять по моим видосам. Ладно, я погнала. Насиделась я в интернете, сейчас выгляжу как попандопола. Кстати, время 14:47, если видно. Пойду почитаю, потому что я себе обещала читать рассказы каждый день, но, как, наверное, дня 4 я уже не читаю, так что пойду что-нибудь почитаю. Тем временем, как я пошла к книжкам, Сёмка у нас спит. Сёмка, да, скажи, я покушал и пошел спать. Да? Кислятки. Ему сейчас немножко тяжеловато, потому что жара держится очень высокая. Он в шубке, ему хочется спать. Вяленький такой, да, Сёмка? Да. Хочу похвастаться, потому что, смотрите, время уже 16:08. И я, прикиньте, совершила для себя просто нереальное. Сейчас причешусь, конечно же. Челка немного нормально стояла. В общем, я для себя сделала абсолютно нереальное. Я только что хотела прочитать один рассказ хотя бы, да, и пойти смотреть фильм. Но я прочитала 4 рассказа. То есть, смотрите, я выбрала вот эту книжку сегодня.
И я прочитала с 53-й странички. Вот, у меня тут докладочка лежит. По конец первой главы, то есть по 71-ю. А я хотела прочитать всего одну. То есть я прочитала, получается, 4 рассказа. Не знаю, сейчас не знаю, что я снимала. То есть получается 4 рассказа, а хотела всего один. Но я на этом не остановилась. Я закладочку положила. Теперь она вот так вот выглядит. Потом я пошла к корейским сказкам. Ну, посидела за ними, конечно же, недолго, потому что я начала разбирать первую страничку и вторую. Я просто читала. То есть я сейчас прорабатываю те правила, которые я знаю, которые у меня в голове пока устаканились. То, что как где читается и где какая буква, в каком подслоге, там в подчиме и как она произносится. Потом я пошла дальше, я пошла, взяла английский, опять вот этот учебничек, кстати, вчера я им занималась, почему-то я это не записала, но вот. И я с первой странички вот опять всё-всё-всё читаю, пусть это будет, даже я об этом знаю, там буквально, знаете, есть такие элементарные, как, например, яблоко, книга, кошка, яйцо, но я это все равно все прочитываю, там I see a pear and I apple, то есть я вижу яблоко и грушу. Вот, я это все равно все прочитываю, может, вот. Ну, книжка для детей, ну, мне нравится, потому что я говорила уже в видео, там, где записывала о том, что мне нравится. Секунду. Я, наверное, зажала звук, ну ладно. Надеюсь, меня будет слышно. Вот, говорила о том, что мне не нравятся книжки такие скучные, мрачные, поэтому... В общем, я в этой книжке дочитала до следующего раздела, то есть до 33-й страницы. Вот, дальше у меня пойдут toys, это игрушки. Еще я хочу сказать, что на своем не только на корейском, потому что корейский мне дается трудно, я это понимаю. Иногда даже пропадает желание от того, что я много чего не могу понять, причем непонятно по каким причинам. Ну, естественно, да, другой язык, непонятно по каким причинам. На самом деле он очень тяжелый для меня. Мне говорят, что он непростой, но английский мне пока... Как я считаю, то есть английского я знаю больше, чем корейского. Но это логично, хотя и в том я тупая, и не знамо насколько. Но я пытаюсь, я себя вот этими видосами, я уже говорила 1000 раз, что я себя только этим себя мотивирую. То есть меня никто не может мотивировать, типа, мол, иди там, почитай, иди, учи. Нет, я... Учу только потому, что я хочу записать видео, чтобы у меня, чтобы я выучила эти два языка. Я просто мечтаю об этом, чтобы знать эти два языка. Изначально хотела только корейский, потому что, не знаю, английский я как-то меня не втыкал, но теперь я понимаю, что если я смотрю ролики на английском, англоязычные, да, в котором говорится об уроках корейского, то есть мне нужно знать английский. Английский по всему миру, то есть у меня сейчас поменялось немножко мнение об английском, и я все-таки уверена, что он нужен, и он обязательно нужен, и это не пустая трата времени. Я думаю, это мне пригодится в любом случае, так что я буду стараться еще больше учить, 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 учить. И вот сегодняшний мой продуктив на глаза. Так что я рада. Кстати, только что сняла с зарядки, потому что у меня фотоаппарат заряжается. Не знаю, когда я досниму я этот кусочек или нет, потому что зарядки очень мало осталось. Сейчас я пойду посмотрю фильм. Посижу в интернете, потому что я рада, что я вот это сделала, что сегодня прям проштрудировала 3 книжки, хоть чуть-чуть, но это я просто, я рада. Еще, кстати, могу повторить циферки, что я сейчас сделаю, которые я писала вот тут вот в карточках, вот они. Я уже показывала в каком-то дне, в котором я делала их сама. Вот, криво-косо, но все равно они мне помогают. В общем, ладно, я пошла. Фотоаппарат ставлю на зарядку дальше заряжаться и сниму уже чуть-чуть попозже. Время 21:34. Настроение, конечно, не знаю, куда-то исчезло. Потому что я сейчас сохраняла видео, и оно у меня не сохранилось. У меня, короче, программа вылетела. Я такая... Видео, кстати, про косметичку, так что если я еще раз постараюсь, я, наверное, после 0 выставлю, у меня оно получится.
Но пока настроение куда-то улетучило. Кстати, «Дедушка легкого поведения» вообще оборжаться можно, фильм. Очень крутой. Очень-очень-очень. Прям, ну, правда, пошлая жесть. Ну, клёвый. Сейчас я буду смотреть. Сейчас у меня сохраняется видео. Одно. С фестиваля еще. На тот канал. И сейчас я буду смотреть пока что «Ритуал». Тоже фильм, послушаю музычку и все. На этом день мой закончится. Вот так. В общем, ладно. Если что-то еще скажу, то ладно. А так, пока. Спокойной ночи. Знаете, о чем я сейчас подумала? А давайте-ка создадим, точнее, я создам себе Инстаграм. Так как я люблю танцевать, одёргаться под музыку, чтобы не выкидывать это сюда, а где-то это фиксировать. Да вообще, короче, я люблю прикалываться и дурачиться. И это будет то место, там, где я буду скидывать всякую фигню. Кому интересно, сейчас, короче, создадим. Ладно, сейчас посмотрим. Ладно, погнали. Ну что, создать аккаунт. Так, номер телефона. Так, сейчас введем. Так, ну что? Ну, фокусируйся. Так, мне тут надо что сделать? Так, имя, фамилия. Окей, сейчас придумаем. А, еще пароль. Так, хорошо, все, сейчас сделаем. Так, грузится, добавить фото. Ну, потом добавим. Пропустим все это. Сохраним. Конечно. Ирис. Ирис, фамилию не буду свою писать. Так, имя пользователя. Ну, точно не что-то там было. Так, надо по-английски, да, наверное? Или пока... В каком языке надо написать? Я английский, во. Туда-сюда мотаю, так. Ирис. Еще. Блин. Так, ладно, сейчас придумаем что-нибудь. Ну, я, короче, гиперумная, и больше как свое имя и название своего канала я ничего больше не придумала. Будет Iris Lazy Girl. Где эти кнопки? Girl. Ну-ка, занято, не занято? Ничего не пишет, значит, не занято. Так, тут что-то сайт о себе. Ну, короче, ладно, я тут оформлю все. Вот, вот мой ник в Инстаграме. Сейчас уточним. Во, все. Iris Lazy Girl. О! Что за... Что за фигня? Не... Гёрл. Два. Irish Lazy Girl. Все, у меня теперь есть Инстаграм. Обалдеть, ребята, у меня теперь есть Инстаграм. Только что зарегистрировалась. Вот он. Пусто-пусто, но... Вот он, Iris Lazy Girl. Та-дам! Ну чё, особо заморачиваться не стала. Написала свое имя и просто, что это мой Инстаграм, и всё. Ну а чё тут ещё писать? В общем, вот. Теперь у меня есть Инстаграм. Спокойной ночи!